Всем привет! Сегодня у нас осенний обзор участка. Сегодня 29 октября. Уже вот-вот зима наступит. Ну, в общем, что сделали за лето и какие планы там на зиму. Ну, самое главное достижение, самое главное, как сказать, самый главный проект за лето — это бассейн. Вот. Вот так он будет зимовать у нас, с таким павильоном. Ждем не дождемся весны, чтобы залить его и купаться. Ну, еще неизвестно, конечно, может, он развалится за зиму. Посмотрим. Вот здесь стояла фильтровальная установка, кто помнит. Ее занесли домой, песок просушили, сложили в шкаф. Вот. Трубы отсоединили, ну, здесь продули. Там тоже трубу продули, чтобы вода не оставалась. Вот весной просто подсоединяем. Ставим ее на место. Пока здесь не будет, наверное. Ну, не знаю. Если здесь сделаем конструкцию эти, то будем сразу в конструкцию ставить. Вот. Ну, земля вот эта вот, которая осталась, здесь уберется все. Земля разровняется, и здесь будет газон. Вот отмечена полосочка, пошла асфальт, а здесь как арык идет слив. Там тоже есть внизу типа арыка. Ну и когда купаемся, вот вода выплескивается, она в этот арык уходит и туда течет. Также кто не видел, как сливали бассейн, ну, подключали через станцию, и все это по этому канавке и туда уходило. Вот. Идем дальше. Тут, в принципе, у нас ничего не изменилось. Ну, кто смотрел видео, из этого сарая мы собирались сделать сауну. Но сауна у нас будет в другом месте. Пока это остается секретом. Потом узнаете все. Ну, а здесь, наверное, будет мастерская, кладовка. Не знаю, поднимать надо выше на блок или два хотя бы или нет. Ну, короче, здесь пока еще до следующего года ничего не будем делать. Хотя зимой, может быть, гараж поставим, и всю крышу надо будет профлистом перекрывать, потому что здесь шифер, он весь течет. Вот. Ну, в планах на зиму. Не то, что на зиму, а сейчас вот в ближайших планах. Короче, для гаража мы залили вот фундамент. То есть гараж-то он есть у нас, как бы, но напрягает вот это открыть эти ворота, заехать. Зимой здесь снегу чистить. Вот. Хотим его продлить. Будет он где-то, машина 3 туда может запросто влазить. Соответственно, ворота эти под, ну, с пульта поднимаешь в ворота, подъехал, открыл, заехал. Снег не надо чистить уже, все нормально будет. Вот, в начале лета мы залили фундамент. Сейчас вот следующим этапом это из шлакоблоков стены поднять. Ну и зимой уже, соответственно, можно будет крышу делать из дерева, потом накрывать крышу. Рябины, вот у нас рябины было дофига. Съели все дрозды рябиновики. Буквально за неделю. Хотели упустить на благородный напиток. Ну, птицы все сожрали. Да, Бимос? Бим. Это собака Бимка. Бим. Дай лапку. Лапку дай. Дай лапку. Лапку дай. Молодец. Привет, передавайся. Вот, идем дальше. Ты меня чуть не прибил. Цветы убрали, осталась вот сентябринка, уже тоже отцветает. Хотели показать, как тут все вовсе, но не получилось. Это кошка-мурка. Скажи мяу. Газон чистили. Ну, газон у нас листвой. По осени от листвы тут пипец.
Потому что вот с этих деревьев падает, с наших деревьев падает. Вот, недавно его прошли косилкой, собрали. Вот его только она до зимы, блин, с нее сыпется и сыпется. Осталось убрать ее. И все, и будет чистенько. Здесь мы посадили в этом году клен. Такой с листочками, как на канадском флаге. Ну, наверное, настоящий. Вот это у нас тоже вроде клен растет. Но это не клен, это зараза такая. А вот этот клен с такими красивыми листочками, как у клена, действительно. Посмотрим, примется, не примется. И здесь мы посадили черемуху. В лесу выкопали. Ну, вот снизу вроде веточки, они были зеленые, пошли. Тоже посмотрим, что в этом в следующем году будет. Осталось перекрыть воду на улице. В летнем домике там бойлер слить, стирку отключить. И все как бы к зиме подготовлено. Сейчас, чтобы проводить осень. Потому что послезавтра уже будет дубяк. Ребрышки пожарим. Лизок, привет передавай. Огород подготовлен к зиме. Петрушка вот неубиваемая. По-моему, пока минус 30 не шандарахнет, она не завянет. Клубнику и землянику мы чистим. Ну, от листвы по весне. Малина в снег выпадет, ее приминаем и снегом присыпаем. Вот, что еще. А, сейчас еще покажу планы на зиму. Вот репис у нас остался. Его что-то не сожрали. Птички пока, ну, может, зимой будут кушать. Мы себе набрали, заморозили. Зимой компот варим. А так ее реально съедать не успеваем. Вон, Рай что-то боится в будке сидеть. Иди гуляй! Короче, у нас участок вообще 25 соток. Вот здесь вот огорожен забором. Это 15 соток. Вот еще 10 есть за забором. Шурик. Тоже наш кот. Гуляй. Вот. Вот это тоже 10 соток наших. Здесь когда-то был лес. Мы тут вырубали. Чуть-чуть. И осталось, ну, это тоже все вырубали, опять заново выросло. Там еще ветки старые валяются. Короче, вот хотим этот лес тоже вырубить кусочек. Ну, вот как у всех идет территория. Ну, и тут какие-нибудь соседом благородные деревья посадить. Там березки, елочки, дубки. А здесь бы, конечно, добиться того, чтобы вот такая хотя бы трава росла. Ну, типа газонный. А то тут растут колючки всякие, хрень полная, короче. Приходится все это косить раза два-три за лето. Вот там в лесу речка уже начинается. Там у нас тропинка есть, ну, как-нибудь покажем. В общем, зимой хотим их пилить, эти деревья. Как раз будут дрова. В общем, вот такие у нас дела. Сейчас пойдем ребра замаринуем. И будем жарить ребрышки.
оставляем их на часок, пока идем костер разводить и кормушку прихерачить. Догоню. Догоняю миску. Догоняю. Я поймаю. Лиску ловим. Да, Лизок? Кормушку делаем, да? Кремниевый. На, собирай дальше, ты кормушку. Моя ношена вообще. Та-дам! Коричневый камушек. Устанавливаем на... Да. Куда вы? Нет. Там... Мне там лучше видно с окна. Слышь, ты эгоист. Ну, что-то не лезет. Оп. Та-дам. Осталось корм насыпать. Сейчас лайфхак покажу. У нас вот, я не знаю, видно? По забору вот так вот фонарички горят. Вот это обычные светильнички, которые садовые. Такие. Думали, как их прикрепить на забор. Вот крепеж для кабель, для гофры электрической. И вот на нее раз вот, чук вставляется. И вот когда темно, прикольно. Единственное, чтобы самолет не приземлился. Вон там тоже видно, горит. Ну, почти по всему периметру вот так. Ну, ночью прикольно светится. Интересно. Стоят зиму. Мы купили первый раз, наверное, штук 50 где-то. А в год, ну, может, штук 10 заменяем. В принципе, они там копеечные. И вылезут из забора также. Пошли уже. За что? За закрытие дач на сезон. Но мы не на даче живем. Ну, какая разница? Сезон-то закрывается. Хотя мы круглый год можем закрывать его. Пошли. Ты что здесь делаешь? Воду с бойлера сливаю. Разве ты не хочешь посмотреть, как его разорвет зимой? Совсем что? Воды. Смотри, там потекло.
Дубов, наверное. А? Булькает. Течет или булькает? Течет. Наделали углей. Сейчас решетка обгорит. И будем выкладывать наши ребрышки. Пока костер у нас горел, слили воду. С уличного водопровода слили воду с летнего домика. Из стиральной машинки, из бойлера. Короче, все, мы к зиме готовы. Осталось обмыть это дело. Наливай. Наши ребрышки настоялись. Сейчас их очищаем от лука. И выкладываем на угли. Костер горячий. Запах как на всю деревню стоит. Не знаю, видно он как дымит. Ну все, мы пожарили ребрышки. Жить на камеру. Ты за смех. Короче, мы кушаем. Ребра получились чуть-чуть подгоревшие, но вкусные. Вот. Вот такой у нас сегодня был обзор. И жарко ребер. Чего? Жарко ребер. Жарко или жалко? Жалко ребра. Ребер жалко. Давай говорим, всем пока. Рой там что-то играется. Ну все, всем пока. Ставьте лайки, дизлайки. Так, так. Подписывайтесь. Ждите новых видео. Скоро будет. Пока. Пока. Воробьи борзые сели в кормушку и не пускают синичку. Синичка схватит семечко, улетит. А эти там как свиньи жужжат. Апельсинчиком не дают кушать. Оп. Лимончик. 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 Тук. Они сейчас походу сожрут, там все, слышу. Уже вываливают с кормушки. Пешком до дома пойду. О. Сейчас улетят хоть. Апельсинчики пожрут. Лимончики. Тьфу, да, лимончики. О, чик. Теперь у нас телевизор в окне есть. Вот так вот мы сидим, кушаем и смотрим на эту кормушку. Лепота. Первое ноября, вот и выпал снег. Не знаю, растаял или не растаял. Но мы все вовремя убрали.